что, друг мой, готов к делу? Или нужно подождать? Ведь когда мы начнем, пути назад не будет. Я спрятал нож в ботинке. Отвлеки его, когда я скажу «сдавай». Да, понял. А, привет, парни! Входите, присаживайтесь. Пятикарточный холдем вас устроит? А? Могу я вам что-нибудь предложить? Хотите поесть? Орешков? Нет. Забавная игра, покер. Спросите о ней на улице, и вам скажут, что все зависит от везения. Но Сэм скажет, что главное — это блеф. Да, Сэм? Я. Я. Но это не так. Главное — заставить игрока играть до разорения. Ставлю столько же. А мне спешить некуда. Отвечу. Поднимаю. Я отвечаю. Только же. Чек. 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 Оставляю. Ладно, ва-банк. Я отвечаю. Ставлю столько же. Надо же! У нас одинаковая карта. Давай поднимем ставки. Не возражаешь? Фостер? Джейсон Броди? Или как там тебя еще? Уже не помню. Ты считаешь меня идиотом? Продолжим игру. Сдающий слева, так? Думаю, он пропускает сдачу. Так, я видел, как ты встретился с Райли. Я чуть не расплакался. А меня нелегко разжалобить. Признаюсь, я тебя недооценил. Ты пытал собственного брата и уничтожил половину моей компании. Но пусть фишки лягут, как им положено. Я тебя прощаю. Итак, назови свою цену. Все имеют цену. Вы куклы, а мы дергаем за нитки. Так работает вся система. В жопу систему! Поблажку, как человеку семейному. По пальцу за проигрыш. Думаю, я начну с безымянного. Джейс, теперь мы никогда не поженимся.
бы стать моим человеком. Получил бы деньги за каждое убийство. Пошел ты! Я не получаю от этого удовольствия. Увы, это так. Нож можно держать и 9 пальцами. Я научился этому до твоего рождения. Ну давай, старик! Ты разочаровал меня, Джейсон. Ты не навестил своего маленького брата Райли. Где он? Не волнуйся. Я продал его одному типу из Йемена. Он любит молодых. Я убью тебя! У меня влиятельные друзья. Они найдут тебя. От тебя ничего не останется! Ты не можешь выиграть! Вся карта у меня! Так чего же ты боишься, а? Твой брат уже на аэродроме. Не боишься опоздать на рейс? Я отложу вылет. На аэродром. Живо!